Последний школьный вальс как символ первых школьных воспоминаний. Первая любовь, первые оценки и первые учителя. В начальной школе сидел такой, думал, в классе 7-8, как это все будет, когда же, как я буду выглядеть там в каком-то классе, как это все будет происходить и когда же это настанет. Вот проводили, ну, провожали там 11 класс. Да, каждый год смотрели. И думали, как это все будет, когда же настанет этот момент. И вот оно здесь, и вот мы сейчас стоим здесь, уже выпускаемся из школы, и вот сами, собственно, сами выпускники. 11 лет мы ходили в школу, и тут это все закончится. Это, конечно, такой достаточно грустный праздник, но с другой стороны, мы к этому очень долго шли и очень рады, что мы готовы вступить как бы в новый этап. Некоторые выпускники признаются, сегодня им не до грусти, ведь впереди самое трудное. На самом деле рад, что наконец закончилась школа, потому что, ну, надоело, честно говоря, и вот как бы и учиться надоело, и все остальное. Но как будто вот ЕГЭ сейчас как бы переживаю немного, волнуюсь. На торжественной церемонии наградили победителей конкурса «Лучшие школы города Владимира». Сертификаты на денежный приз от 200 до 500 тысяч рублей получили 5 школ. Также перед учениками выступил заместитель губернатора региона Владимир Куимов и глава города Дмитрий Наумов. У нас во Владимире почти 1500 выпускников. Ожидаются и медалисты. Конечно же, и мы прежде всего гордимся нашими. И город надеется на то, что из них получатся выдающиеся специалисты, которые потом несут свою лепту в развитие нашего любимого города. В завершение праздника самый волнительный момент – последний звонок. В этом году его дал выпускник гимназии номер 3 Кирилл Гусаров и первоклассница 11-й школы Виктория Архипова. 2-1! Ура! Сегодня со школой попрощались ученики более чем из 40 городских учебных заведений. Но после праздника они снова сядут за учебниками. Уже 28 мая их ждет первый обязательный экзамен. Александра Реутова и Дмитрий Шаталов.